одном пороге смыло генку, в другом пороге у меня сломало раму. Все очень мощно, задорно, весело, хорошо. Ну, я реально вижу вот живую такую вещь первый раз. Когда узнали, что страховка не готова, мы решили пройти заходную шею, но как бы там ничего сложного нету. Нас чуть не смыло потоком селевым. Мы такого никогда в жизни не видели. Такого я не видел ни разу. Вот смотри, вот сейчас по такой воде проходить даже легче. Там было несколько габаритных проходов. Русло реки меняется прямо на глазах. Все в тандеме, без всякой страховки.